Вице-губернатор Александр Саурин будет курировать имущественные отношения в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Александр Ткачев. На этом посту вице-губернатор сменил Вениамина Кондратьева. Я хочу, так сказать, с учетом того, что Вениамин Иванович Кондратьев ушел в Москву работать в управлении делами президента, на достаточно высокую, уважаемую, авторитетную должность, и мы желаем ему все успеха. Он очень много сделал для нашего края, и сегодня вот это управление возглавил Александр Анатольевич Саурин, и надеюсь, все, что было доброе, хорошее сделано, все будет, естественно, воспринято и дальше развиваться. И, конечно, вот вопросы земельных отношений, градостроительства, вопросы упорядочения вот всех тех земель, которые сегодня там захвачены или развиваются по каким-то другим сценариям, которые не входят в развитие генеральных планов и не только. Все должно быть поставлено на место и найти такую законную правовую основу. Это очень важно. Отдельно Александр Ткачев поручил обратить внимание на законность использования земли в курортных территориях края, где еще имеют место так называемые самострой и самозахваты земли. Помимо имущественных и земельных отношений, Александр Саурин по-прежнему будет курировать вопросы инвестиционной политики, олимпийского наследия, виноградарства и виноделия, а также деятельность правового департамента края, который ранее находился в ведении Вениамина Кондратьева.